Мы продолжаем следить за развитием ситуации, которая сложилась в поселке Талаги. В единственной талашской девятиэтажке, построенной специально для сотрудников МЧС, уже несколько лет существует конфликт вокруг управления домом. Жильцы обвиняют председателя ТСЖ в растрате средств, собранных за квартплату. Однако прокуратура состава преступления не нашла. Вчера впервые за 4 года удалось организовать общее собрание жильцов дома. По итогам встречи жители решили провести аудиторскую проверку и ликвидировать ТСЖ. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, выбор фирмы, определение затрат. На основании вот этой вот аудиторской проверки, еще раз повторюсь, если будут основания для того, мы можем идти в суд. И по решению суда ликвидировать этот ТСЖ, если будут какие-то там признаны нарушения. Подробности коммунального детектива в отдельно взятом доме смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей.